В Чувашии с визитом находится чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кадзуки. Он возглавляет делегацию, в составе которой представители деловых кругов страны восходящего солнца. Визит продлится 2 дня, в течение которых у гостей будет возможность познакомиться с экономическим потенциалом республики и больше узнать о нашей культуре и традициях. Старт перекрестного года России и Японии намечен на 26 мая. Он состоится в Москве, и в нем примут участие лидеры 2 государств. Тоёхиса Кадзуки отметил, что визит в нашу республику внесет свой вклад в развитие дальнейших успешных отношений между 2 странами. Поиск новых точек соприкосновения продолжится на встрече с членами правительства и представителями бизнес-сообщества республики. Члены японской делегации отметили, что у Чувашии много общего с их страной. В отсутствии природных ресурсов главным богатством становятся люди, которые не только стремительно осваивают новые технологии, но и бережно хранят культуру и чтят традиции. Тоёхиса Кадзуки отметил, что японская сторона ценит благоприятный инвест-климат в республике. Чувашия занимает 2 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Я хочу узнать, в чем секрет этого достижения. Я уверен, что господин Игнатьев взял большую инициативу и для этого. Но это очень большое достижение. И мы с своим коллегами из бизнес-клуба хотим узнать, что каким образом мы можем сотрудничать с вашей страной. Примеры успешного сотрудничества уже есть. В 2015 году в Чебоксарах было открыто европейское представительство японской компании «Фуджикура» по производству автомобильных жгутов. Структурное подразделение «Хевел» – научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике в Санкт-Петербурге взаимодействует с предприятиями из Йокогамы и Киото. Электроаппаратный завод сотрудничает с компанией Toshiba Mitsubishi Electric, являющейся ведущим мировым производителем частотных преобразователей большой мощности. Глава Чувашии отметил, что в прошлом году внешнеторговый оборот республики с Японией увеличился почти в 13 раз. Объемы торгово-экономического сотрудничества в этом уже возросли в 9. Для прорывных проектов нужны предприниматели, нужны умы, нужны современные производства. И вот с учетом визита посла Японии в России с делегацией, с предпринимательским сообществом, дает нам возможность найти контакты и перспективы. Я уверен в том, что мы реализуем отдельные прорывные проекты для того, чтобы создать высокотехнологичное производство. Стороны пока не утверждают, но вполне вероятно, что в Чувашии и в Японии могут появиться и города-побратимы. В данный момент пока конкретно с определенными нашей префектурой пока еще нет. Но я уверен, что будет. Это очень важно. И это возможно, что таким важные регионы, как Республика Чувашия, будет установлены как региональный контакт с японским подходящим префектурам. Побратим. Но надо выбрать хороший город, что подходящий для вашей республики. Светлана Позднякова, Семен Антонов, Вести Чувашия.